Что такое? Скорее всего, это Redstone, мне кажется. Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафта. Собственно говоря, мы остановились в этом месте, да? Тут мы нашли портал где-то. Где-то, по-моему, здесь он был портал. Открывай! Вот он портал, там еще это сидит мудак. Да, теперь я понял, что реально нужно будет все глаза собрать в этот портал. Она не ломается. Сначала я читал комментарии, мне сначала предлагали перенести портал в другое место. Но портал нельзя перенести, да, его может только... Какой-то мод есть. Короче говоря, в этом моде нельзя, выживание нельзя его переносить. Что нужно сделать? Мы не будем прямо сейчас его активировать, не, потому что это реально очень долго собирать глаза. Это уже будет потом, когда я соберу глаза отдельно, да. Тогда мы уже потом придем и активируем. Сейчас мы давайте до конца посмотрим. Так, откроем сначала. До конца построю. Это посмотрим постройку, этот замок, да, или что это такое. Подземный замок. Все исследуем до конца и пойдем домой. У нас еще много дел. Тем более еще идти очень далеко. Все, здесь мы все смотрели. Скоро мы будем строить механизмы. Это по-любому. Я уже начал придумывать интересные варианты. Само собой, мы будем строить, да, придумывая сами. То есть я не буду посматривать у кого-то. Возможно, так получится, что совпадет, да, мало ли, всякое бывает. Но слизывать так в наглую я не буду ни у кого механизмы. Буду придумывать сам. Ой, говно это. Обычный амулет, бесполезный кусок дерьма. Что мы нашли, башмаки? О, еще какая-то шляпа, да? У нас нету оружия. У нас есть одна палка. А как я... Вау. О, смотрите, да, много интересного мы находим здесь. Поэтому семена пшеницы я выкину. Нафиг не усрались. Это тоже можно одеть, я думаю. Ага. А вот как я буду драться с кем-нибудь, я без понятия. Блин, а. Так, что у нас атакует? Два, три... Ну, давайте киркой. Ладно. Так, это называется тюрьма. Тюрьма, тюрьма, тюрьма. Ну, все, в принципе, мы здесь все исследовали, да, самое главное. Ну-ка, а вниз? Так, мы не были внизу. Внизу, по-моему, это просто пещера, так я понимаю. Так, здесь ничего нет. Здесь тупик у нас. А здесь... Мне кажется, это просто пещера. Да, так получилось, что они рядом построились. Сгенерировался мир, когда... Или подождите. Да-да-да, пещера. Не, сюда нам смысла идти никого нету. Нет, нет, не пойдем. Кстати, у меня еще есть задумка, да? Создать железного голема. Да, я хочу попробовать. Мне интересно, как буду с ним играть. И он, в принципе, может быть, даже поможет мне нафармить эти глаза странника. Так, что мы сейчас сделаем? Пойдемте сюда. Тут мы все забрали, поэтому пойдемте домой. Я поставлю здесь пометку обязательно. Прям здесь поставим пометку. Не, поставлю пометку на выходе отсюда. Я хочу пойти... Так, давайте подумаем. Вот правее, где-то в эту сторону. Здесь мы везде были, да? Хочу в эту сторону сходить. Так, подождите, если мы здесь были, то их бы не было здесь. Значит, мы здесь не были, получается, правильно? Потому что, как я понял, здесь всего лишь один респаунер, да, как называется? О! Как это так странно, дверь стоит? А, мы же здесь были, я сломал здесь кубики. Да, наш уходим отсюда, все. Странно, почему здесь были скелеты? По идее, здесь всего лишь один респаунер, который вот это вот чешуйное говно, змейки, да? В любом случае, уходим отсюда. Пойдемте вверх, где здесь ступеньки были. Странно. Они опять, наверное, респаунятся, мрази. А, сейчас эти прибегут, твари. Ладно, сваливаем, сваливаем отсюда. О, как много-то. О, как много. О, да они везде. Реально, посмотрите на это. Убиваю!
Странно. Вроде мы респаунер сломали, они откуда лезут. Ха. О, три факела у нас. Давайте покушаем. Все, давайте уже потихонечку сваливать. Реально, еды мало, всего мало. А здесь я, наверное, не был. А почему кнопки нет? Ух ты, нифига. А, блин. Я думал, так долго ломает кирка. Так, так, так. Сейчас доисследуем и все, и свалим отсюда. Не зря же делали разработчики, правильно? Подождите, это то же самое место? Нет, смотрите. Вы видите? То есть она выглядит абсолютно так же, да? Но это другое место, по-моему. Подождите, странно. Я бы забрал бы еду яблоко. Мы же тогда искали яблоко. Гравий. Гравий в жопу! Офигеть, какое... Большое строение это. Тварь, иди сюда. Ладно, как бы нам тогда сделать следующее? А, подождите, что же я туплю? Мы же можем сделать так. Нам нужно что? Нам нужно дерево, правильно? Чтобы я мог сделать себе оружие. Оружие. Поэтому выкинем морковку, выкинем это говно. Сломаем пару деревяшек. Да ты дура тупая, ты сдохни уже, что ли, а? Мразь. Давай сломаем парочку. Потом мы берем это говно сюда. Вот, дубовые доски. А, доски у нас уже есть. Но у нас, блин, нам нужен еще верстак. О, верстак у нас и есть. Хорошо. В принципе, я могу сделать каменное оружие. Давайте сейчас быстренько сделаем кирку каменное и оружие одно. Ой, видите, как удобно, да? То есть, в принципе, можно прямо отсюда еще не уходить пока что. Пока мы все не исследуем. Так, давай, быстрее, давай, давай. В темпе. Это мы меняем. А это ставим верстак. Так, нужно будет пару камней. А из этого можно будет делать из каменных кирпичей? Наверное, нельзя, да? Блин. А, подождите. Все, вижу, вижу, вижу. Вот уже она лежит. Меч 2, и надо будет 3 на кирку. Всего должно быть 5 штук. 5 штук. Да, хорошо. Let's go. Так. Теперь делаем следующее. Сначала меч делаем. Выкидываем песчаник, кладем меч. Теперь мы делаем кирку. И все, в принципе, проблем у нас теперь нет. И тем более мы нашли еще еду. Все. Верстак. Ладно, срать на него. Пошлите дальше. Мы пришли с... Отсюда пришел? Да, я пришел отсюда. С этой стороны пришли. Офигеть, такая же еще большая. Странно. Офигеть. Да мы здесь годами будем, я чувствую. Мразь пошла отсюда. Так, исследуем, исследуем. Нельзя упускать такой шанс, конечно. Но я уже говорил, скорее всего, таких построек, да, много. То есть, если мы опять найдем глаз Эндера, ну, странника, да, мы сможем, ну, наверное, хотя, может, не факт, я думаю, да. Мы сможем опять найти такие постройки. Но надо будет все продумать, потому что если я буду просто бросать, да, он будет сюда же и вести меня. Я, по-моему, хожу по кругу, я вообще не понимаю, где я.
Так, подождите, куда идти-то, Матерь Божья, куда? О. А, помогите. Куда? Замуровали демоны, за что? Так, это странная такая постройка. Но... Да ёлки-палки, куда идти? Ладно, давайте я сейчас поброжу, потом перемотаю. Фух, не, здесь реально такие лабиринты, офигеть. Так, здесь сейчас взорвался крипер сраный. Нам нужно построить лесенку, по идее там будет еще лут лежать. Хотя, мы можем так залезть. Да. Когда я отсюда вылезу, я не знаю, я думаю, пройдут года. Вау! Ой. Ну вы поняли, короче, да? Что это такое? Медленно заряжает находящийся в руках жезлы. Емкость 10. А вот это интересно. Интересно. Но нам нужно что-нибудь, это говно мы выкинем, нам нужно что-нибудь выкидывать. Факел давайте выкинем. Возьмем янтарь. О, янтарь у нас есть, факел забираем. Так. Таких построек еще полно. Я уже не знаю, где я был, где я не был. Песок это хорошо. Ну-ка. Это сделаем так, поставим песок как обозначение, где я был. Во, 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 во. Точно, точно, точно. Ага. Так, здесь туалет. Ну сколько еще? Да вы что, издеваетесь? Здесь я не был. Там никого нету. Можно было по цене что-нибудь положить. Ладно, давайте сейчас я еще побегаю сам. Так, вот еще нашел интересный сундучок. Железные ботинки и шлем. Отличные итемы, они нам пригодятся. И шлем. Так, что я могу одеть? Ну и это давайте. По-моему, железный ушки, бронзовый, 177. Да. Поэтому выкинем и заберем обратно. Ну и пора уже сваливать, реально, он заколебал уже эта фигня. Здесь миллион ходов, просто миллион. Триллион. Поэтому давайте быстренько отсюда выйдем как-нибудь. Я могу, конечно, просто тупо взять и вверх подняться. Вот опять, куда это ведет? А вот это уже интересная заяба. Хотя бы они тупо говно. Вау! О, библиофил. Это же у нас библиотека. Как здесь этих паутины понаберем? На год вперед, так сказать. Кажется, здесь много у нас книжных полок. Интересно. Так, а я вверх могу подняться? Могу. Так, меня здесь никто не убьет. И не... А, сундуки есть. Смотрите, да? Спрятали засранца сундук. И вон сундук вижу. Так. Возьмем, ладно. Для чего-то нужна будет. И самое главное, сломать нужно все это говно. Ну, не все, конечно, да. Я замучаюсь все это ломать. Хотя бы парочку давайте сломаем. Чтобы я мог у себя там построить тоже библиотеку хорошую, красиво все реализовать. Тем более книги, кстати, они нужны нам будут, да. Потом будем зачаровывать, заклинания делать. Страшные звуки. Так. Там мы посмотрели уже, да, говно. Здесь ничего у нас нету. Прикольно, целая библиотека. И тогда я предлагаю прямо отсюда уже подниматься, да, вверх.
То есть не искать выход, это будет очень долго, я думаю. Вот. О, кольцо защиты, рунный щит. О, а как кольца-то вообще одевать, извините меня? Я вот собираю всякие разные кольца, амулеты, но я ни одного еще не одевал. А, и все, да? Да, это он и был, один сундук всего лишь. Да отлипни от моей жопы уже. Так, сейчас еще глянем, пробежимся быстренько, вот так по бокам. Все, значит. Нормально. Нашли интересные вещи, да, которые будем изучать. Но теперь нам нужно отсюда валить. Нужно просто сваливать по фасту. Оп, оп. И будем потом разбирать, что же мы нашли. Реально не понимаю, зачем кольца нужны, если я не могу их одевать. Может, это какой-то баг? Выпустите меня. Сделаем прямо здесь проход. Такой вот. Я думаю, вам все нормально видно. Вроде и не сильно темно. И свалим. Также мы сможем прямо сюда и заходить. Тоже удобно. Ой, мы так долго будем, да? 40, что ли? Давайте я перемотаю. Свобода! Свобода! О-о-о! Нет, пока еще не свобода. Так, я почти дошел до самого верха. Здесь есть еще интересная руда, ну блин, ну... Во-во, давайте еще быстренько соберем ее. Нам нужно железо, я уже говорил, будем строить своего голема. Давно хотел это сделать. И мне вот интересно, по идее, он должен помогать нам убивать, да? То есть, например... Тихо, спокойно, не застревай. Он может помочь в охоте на эндеров, на странников. Ну все, давай, дура, вылазить. Опа. Опа. Сейчас сверху такие падают, да? Три крипера. Бабах! Аллах, бабах! И все, нет у меня. Свобода! Поставим здесь пометку. Быстренько. Маркеры. Это можно удалить. А, да. Можно по пути зайти. Помните, мы в прошлый раз видели здесь рядом сокровищницы, да? Новый маркер. Как же называется-то? Не замок, по-другому. Ну, портал. Пускай будет портал, ладно. Окей, пускай будет портал. Прям в идеальном месте вышли. Уже темнеет. Все, пошлите, да? Как раз по дороге сейчас заберем все остальное и потом пойдем домой. Ох, ночь же сейчас. Ночь, елки-палки. Спокойно, я чувствую, мы не пройдемся здесь. Так, что бы сделать? Давайте сделаем так, тогда сейчас я подожду, когда пройдет ночь, врублю запись, и мы уже днем пойдем, две сокровищницы сходим. А, кстати, пока у нас ночь, мы не будем ее ждать. Зачем? Пускай у нас будет ночь. Не будем ждать дня, мы просто пойдем сразу сюда. Это вот та самая секретка у нас, да? Пирамида. Пойдемте смотреть, что у нас здесь есть. А, больно, больно. У нас уже столько много итемов, уже просто некуда класть. Ну что поделать, пойдемте искать приключения дальше. Чтобы потом сюда не бегать два раз. О, еще динамит. Ой, зачем я сюда пошел? Ну ладно. Так, тихо. Неприятные звуки какие-то. Аккуратненько. Давайте мы здесь пройдем немного подальше, пару блоков. Процесс разминирования стандартный. И нужно будет что-нибудь выкидывать. Сейчас посмотрим. Первый. Так, я все правильно сделал? Не взорвется? Тихо, я забыл. Вот тут косяк, да? А могли сделать, чтобы взорвался. Это мог быть сундук с ловушкой. Неправильно я поступил. Должен был сначала сделать вот так. Это вот мой косяк, безусловно, мой косяк.
Сначала, в первую очередь, мы должны разминировать. Это что у нас такое? Медный слиток выкидываем, их миллионы у нас. Вот, ТНТ самое нам нужное. Все правильно? Да, 4 ТНТ. Немного темновато, но у нас факела нету. Вот так вот. Все, отлично. Теперь нам нечего бояться. Теперь можно рисковать. Смотрим дальше. Это мы посмотрели. Да, дальше идем. Это возьмем. О, нормально. Поезд нам не нужен. Есть. Нормально. Ну все. Золотая конская броня. Ладно, нафиг не устраивалось. У нас уже есть говно это конское. Конская броня у нас уже есть. Так, ну что, теперь пошлите уже в следующую. Какие-то звуки страшные. Как мне отсюда вылезти? Пойдемте в следующую сокровищницу. Да дай вылезти отсюда, дура. Вот так. И поехали. Оп, 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 оп. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Теперь пойдем тогда уже к следующей сокровищнице. Где у нас находится? Где я? Ага. Так, следующая. Где же она была? Надо вспомнить. Надо вспомнить, где она была. Так, там у нас стоит тотем. Она, по-моему, в этой стороне была, да? Давайте перелезем быстренько. Сейчас найдем по фасту. Где ты была, мразь-то? Подождите, я вот не помню. Там была такая вышка высокая. Ну точно не здесь уже, да, это логично. Пойдемте в эту сторону тогда. Очень много у нас итемов, жалко будет все просрать, конечно. Оп, 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 оп. Угу. Где-то, наверное, в этой стороне была, да, она? Давайте покушаем и побежим тогда дальше. Тем более уже рассвет. Опасно. Тихо, тихо, тихо. Тварь. Ну я говорю, аимщики, что сказать? Просто аим. А, хотя бы нас не засосало. Я думал, у нас засосет. О, какое-то дерево. Так, где же она была? Подождите. Как раз у нас уже идет рассвет, да, он нам нужен, чтобы от нас остались эти мудаки. И мы сломаем тотем. Там тоже получим полезные вещи. Какие постройки, смотрите. Сейчас найдем, 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 найдем. Там целый мир. Угу. Где-то, наверное, в этой стороне была она, да? О, смотрите, прям на облаках? Что? А, это облака летят. Ладно, все, let's go. Пойдем сломаем тотем, получим ингредиенты. Оп, 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 ой, больно, больно. А вот она дура идет. Ну давай, пока. Ну-ка, сможем сломать? У нас кирка уже сломанная. Нет, да, блин. Нужна будет железная кирка. Но сейчас мы ее не сделаем, поэтому пойдемте найдем. Давайте сейчас я найду вторую секретку, да, и перемотаю. Ага, все, нашел. Но она недалеко была, вот он, наш N. Вот там у нас прошлая секретка, вот она следующая.
У нас наверху какое-то красное говнище. Так, что это такое? Но я не думаю, что это шкура. Не шкура, в смысле, блоки шерсти. Это, наверное, не он. А, это, наверное, из этого. Из красной пыли, да, блок? Так, у нас проблемы с едой. Ладно. Надо быстрее собрать и валить отсюда, и все. Так, как я помню, да, там у нас тоже динамит. Надо быть очень осторожным. Ни в коем случае нельзя просрать все итемы. И нужно делать вот так. А, сейчас сломается. Давай, братюня, давай, не подведи. Здесь тоже, да, получается 6 ТНТ блоков. ТНТ. Опа. Ставим, давай тогда блоки. Вот так вот, чтобы ТНТ не упал. ТНТ. Чтобы я не упал в первую очередь, потом уже ТНТ. 6 штук, правильно подобрали? Ну, я не вижу отсюда. Так. Все подобрали, ничего не взорвется. Блин, а. Бабах! Полное говнище! Говносрань полнейшая. Взрывайте меня лучше. Блин, я его не сломаю так. Я его, наверное, потеряю, да? Ладно, потом мы не будем его ломать. Что это такое? Скорее всего, это редстоун, мне кажется. Ничего интересного мы здесь не нашли. Бесполезная вещь. Потом уже я приду и сломаю эту фигню. Так, я упаду здесь? Нормально. Эх, нормально. Ну все, вот так вот. Интересные были приключения. Нашли портал, да, собрали очень много лута. Я уже следующую серию начну с нашего дома, да, дойду сам до дома. Раскидаю вещи. Мы посмотрим, что мы собрали. Зачаруем вещи. Видите, у нас очень много книг интересных, очень много. Сила 3, взрывоустойчивость 3, прикиньте. Вы помните, я уже зачаровывал на взрывоустойчивость, да, офигенно помогал вообще. Потом фрагмент знаний, книги. Кстати, да, я начну уже делать тогда отдельную комнату, да, для стола зачарований. Там я поставлю шкафы и так далее. Это все вы увидите в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока.